В первую очередь в Астане будет организовано временное правительство из числа тех, кто активно участвовал в смене режима, из профессионалов, я в том числе, мы организуем временное правительство, и все органы правления по всей стране будут немедленно сформированы, парламент будет распущен, вся политическая верхушка будет отстранена от власти, и новые люди будут исполнять обязанности руководителей государственных органов до проведения открытых выборов, честных. Это будет гражданское правительство, не какое-либо военное, как в Судане, а именно гражданское правительство. В течение полугода будут проведены досрочные выборы в парламент. Депутаты примут новые законы, внесут поправки в Конституцию, не будет должности президента. И всем в стране будет управлять парламент, депутаты, представляющие своих избирателей. Вот, собственно, как будет выглядеть будущее нашей страны.